Весь январь жители республики заваливали жалобами местный Минстрой. Больше 600 обращений. Начались проверки. Первые результаты озвучили на совещании. По мнению специалистов, ударившие по кошелькам обывателей цифры в платежках – это совокупность нескольких факторов. Первый – плановый рост тарифов в декабре. В среднем по региону – на 10%. Второй фактор – это фактическое увеличение объемов потребленной тепловой энергии всеми жителями республики. Этот факт неоспорим. В этой части мы основывались не на какие-то убеждения, запросили соответствующую аналитику от гидрометцентра. Многие жители были шокированы, когда узнали из квитанции, что потребили в декабре в два раза больше тепла, чем обычно. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые управляющие компании не отрегулировали внутридомовые инженерные системы. То есть батареи дома грели сильнее, чем нужно. Сплошь и рядом через одно обращение собственники помещений, направляющие наш адрес обращения, указывали на то, что некомфортные условия параметров микроклимата превышены, порой составляют 28-30 градусов в жилом помещении, что не является нормативным. Таким образом, управляющие компании тоже внесли свой существенный вклад своим бездействием в увеличение потребления соответствующего коммунальной услуги. В жилнадзоре добавили, что есть и такие хозяева квартир, с которых коммунальщики содрали лишние деньги, попросту неправильно посчитав цифры. В таких случаях на выручку жильцам идет перерасчет. Виновные в халатности получили предостережение от Минстроя. Посмотрим, что будет у нас в январе. Поэтому, Дмитрий Вячеславович, сейчас я тоже слово предоставлю коллегам с нашей ТЭЦ. Когда у нас уже квитанцию нашу за январь начали поступать, проанализировать опять по тем же адресам, по тем домам, по тем жалобам, какая ситуация, стабилизировать, не стабилизировать. Отметим, что плата за тепло взлетела не только в Хакасии, а во всех регионах, поэтому ситуацию на контроль взяли федеральные органы.